в принципе, от каждого человека есть тоже польза, например, да, называется. Сам лично я не собираюсь баллотироваться в президенты, да, называется. Соответственно, если мы победим в каком-то небольшом подмосковном городе, например, да, добьемся этого, обкатаем нашу модель на одном взятом месте, то уж когда тогда уж потом уже, может быть, мы замахнемся на Шекспира, например, вообще-то это, вот. Что касается, допустим, Навального, да, называется, он создал моднейший проект «Распил», например. С помощью этого проекта Навальный имеет адское обогащение. Действует это каким образом, например, да? Там, предположим, какой-нибудь чиновник сидит, вот, а ему репортер звонит: «Привет, чувак, завтра у Навального компромат будет вывален, например, пришли-ка в кассу, например, десятку гривен, например». Если человек не присылает десяточку, например, да, то это сразу вываливается, в общем-то, на сайте, и на человека заводят уголовные дела. На самом деле проект Навального – это чисто ФСБшный проект, да, называется, потому что там кайф, фишка в чем заключается. Вот, допустим, ФСБшники, они какому-нибудь менту поручают быть мэром города, да, и говорят: «Чувак, все управляй, рули, можешь воровать». Но человек начинает слишком много воровать, а мало работы делает. Какая разница? Значит, получается, этого человека нужно им посадить, а кого снова другого мента ставить на это же место, пожарника какого-то, например. И вот эта круговерть, а когда существует Навальный, то ФСБшники ему вбрасывают, как называется, компромат на этих людей, он их шантажирует, чиновник начинает шевелиться, чуть меньше воровать, например, и идет движение, например. Поэтому там какие-то люди, если они находятся в иллюзиях, заблуждениях, что это все телеканал «Дождь», например, это Немцов, это что, какая-то реальная оппозиция, и это просто, например, там Сурков сидел у себя в кабинете: «Так, что-то надо сделать с оппозицией, то, что она реально есть, Лимонов что-то выходит, недовольцы, давайте мы, о, Немцов не при делах, сейчас у него громадные долги, значит, вот такая тусовка, этого Навальный тоже вот так, например, ну и там кого-то Удальцова, «Справедливой России», отработанный материал этих депутатов, да, запихнули, ну и так для колорита подпустили туда этого грузина, например, да, который какое-то бабло отписывал, причем ему дал Березовский, а Березовский сказали: «Ладно, мы тебя не убьем, только грузин дай денег, пусть он ломится к этому, к Удальцову, а его НТВ снимают и потом делают фильм «Анатомия протеста», например». Все срежиссировано, как у Пелевина в книге «Generation P». Кто любую эту книгу читал, например, он может все сразу по полкам разложить.